Ты бегаешь ромб печенька, бухой бегает квадрат крест. Сацуна и кто я на подстраховке везде. Поехали. Сопроты, выпейте, если вы Так, закончились. кстати, сопроты, сопроты. Подождите 5 секунд. Надо этот ГБ поставить. У меня сопрот ГБ. У меня 4 штуки есть, могу дать. Да я сейчас возьму ГБ. Этого хватит. Все, готовность на пол. Сразу сбегайте по меткам. Дайте поставить босса. Поставлю сразу Герду. Подождите, вынесу на всякий случай тоже. 5 секунд, ребят. Вынесу Макрос на всякий случай. Пусть будет. И то, мало ли понадобится. Все. Все готовы? Просто считаю до 5, пуляю. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Гер. Давай, Герда. Вадим, я на первую дам. Сейф. Фронт по боссу. Отдал. Закрыли. Выбеги, Саня, закрою. Прохил всех вначале. Сейчас, Вадим, ты отдашь массакру бабу. Закрою под боссом одну, вторую закрою. Саня, забеги. Всех Мавара с опором по боссу. Закрою под боссом. Закрой, закрой, Сань. Далеко умер. Мэль. Пробуй хилить. Саня, подхилить, Саня, тоже помоги. Последние руны будут, если выживем, то выживем. Нет, нет. Закройте руны с опором по боссу. Прожмитесь все. А, сейчас сдохнуть. Прохил всех. Переводим босса. 2%. Лайт. Ах, меня он убил. Блядь. Че, выйдем, че умер? Да, да, да. Выбежали все. Кто резать может? Грекис из Сацуны. Аннигиляция пошла. Оу, попробуй выжить. Выжил. Подожди, я остался ГБ. Не вставайте 5 секунд. Сейчас попробую этот армейский ножик использовать. У тебя инженерка есть? Да. Если его не забрали последним. Ай, блядь, все забрали. Ножики. Давай перерождением встану. Не. Давай, давай. Вставай, вставай. Не работает он без инженерки. Блин. Забрали все, было, Санька ж до хера наделал. Загрузка 5 минут. Великий мастер инженерии с помощью инженерного портрета. О, вот. Ребята, что за письмо пришло новое? У меня пишет письмо. Заебали они с этими вонючими играми. Вот зачем их нахрен делать? Ну-ка, резните меня, я попробую резнуть кого-нибудь. Сань, опять деньги поиметь. Я не делаю это. Я то ее попробую резнуть, знаете. Подходим к трупу. И жамкаем. Требуется инженерное дело 350. Понятно? 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 Скринов на дело скинуть? Нет, тогда этот ножик. Или у тебя есть инженерка тогда прокачанная? Все. То у меня забрал, не забрал, точнее, было в ГБ до хера, кто-то спиздил все, значит.
Суцуме позакибу. Ресницы Тойо, Майвара, дом. У меня ножик есть, но я покупал Сапсулан. Наверное, Майлику надо этот макрос скинуть, чтобы это... Бабл не тратить на нас сокру, чтобы это сокрас у нас подало. Просто минус 20% оставалось. А бабл, ну да, да, да. Такие вот случаи. Ну, пишешь слэш-каст. Благодарочка. Там, короче, массакра, слэш-канцелаура, массакра, все. Прыгну пока не буду ставить. Ребят, небольшая просьба, не дамажьте босса до рун, когда вот руны появляются, и после рун, пару секунд, дайте всех поднять. Видите, что все подняли по хп, тогда можете бить. Чтобы это было убито сразу. Ой, 10 минут поставили, давайте успеем. Сука, твари, блядь. Просто твари. Где рыба? Вот рыба. Кушайте рыбу. Я латекс одел, сейчас идем. Закастуй. А, нет, опять 5 минут. Чего? Да они что, тупые или что? 4. У них две перезагрузки. 3, 10, 4. Сука. Классический, блядь, Сирус. Этот краш-тест, когда зайдем, закастуешь СС на Майлика. Санька, ты ж на себя еще можешь накидывать. Сейчас молния. Да, нормально. Ну ладно, молния тоже сойдет. Метки не стоят, Ваня, заходи. Это, ну то же самое будет. По меткам. Примерно. Все. Кушайте рыбу, он там, по-моему, не ставил. У меня час висит. Да, ну, ладно, кушайте рыбу в любом случае. Будем сразу гулять. Что, честно, не так много времени осталось. Быстрее. Что делать? Готовность на пол это. Вообще готовы. В центре буду его, если что, держать. Гера. Не, ну что, зачем на этого Геру? Не надо. А, это Лайтн. Правильно, обед. По сфере сыграли? Голодником там выбегаете. Цуна. Нажимаю, сбивайся. Вынести. Голодник. Ваня, ты следующий. Сбивай, Вань. Вань. Конель. Еще одну сферу хотя бы бить. О, Вань. Бля, ну вы охуенно окружили босса, чтобы, блядь, никуда не выйти. Сбить, Вань. Петя, все. Петя. Я тебя собью. Ну а что ты ждешь, Вань? Почему бы и нет? Ну вот почему бы и нет? Ну, зависнешь ты. Почему бы и нет? Я не зависаю, блядь. Ну хорошо. Ну просто сразу не бить, какая разница? Объясни. Сбей, бухой. Потому что можно, блядь, не получать до урона этого спыла, пока он кастует. Ты сбивай сразу. Петя собьешь, да. Сейчас выходит какой-то следующий. Сбей, Петя. Аркан. Разбежались по своим меткам. И Геру дай сразу. Я Вадим на первое нажму. Рун через 6 секунд.
Все, по полосе 100 урон. Вот эту закрою одну возле босса. По боссу не бейте, прохил. А, хорошо, может быть тебе. Вадим, ты следующий отдаешь. На сокру. Прохилите меня. Понял, хорошо. Все, по боссу не бьем. Руны приготовились. Прохилите всех. Закройте под боссом. Бухова прохилите. А да, не закрыто. Они успели добежать до нее. Всё, закрыли, закрыли. Может, бах, шваркнули. Ну, тучки было не видно. Да, тучки вообще не было видно, как так. Прохилите всех и по боссу не бьете. Закрою дальнюю углу. Эту закрою, Ваня. Прокиньте крыльтест. Войд, когда будет возможность, но не сейчас, закастуешь гимна маны там или камауаны. Но пока не этот. Стоп урон, прохил все. Под боссом закрою, блин. Прохил все. Я сейчас одну руну Войд закрою. Войд, на следующую руну зайдешь, прожмешь гимн на хп. Зай, как зайдешь. Закройте руну одну, быстрее. Кто? Все. Прохил, Бухова. Можете бить. На следующий будет айсбаунд. Руна. Так, это 33%. Еще одни руны будут. Прохил всех. Стоп урон по боссу. Закрою одну. Кики, прокиньте. Переводите босса. Прохил, Саня, всех. Это Вайт, походу, был. Сбегите в центр. Выбегите все. Да, Мавара убила. Ну, я не знаю, я нажал у него таунт. И. Он просто в меня убил. Просто прикрутил, он просто в него убил. Не главное, я уход в тень прожал и не помогло. Всех. Они еще здесь на рунах какую-то злупень. Что. Съешь, пытайся, можешь. Дай по мне ножик, я масс-вес нажму, если прокнет. Ой, джет остался. Не прок. О. Дай по мне, Войд. Видите, мимо не проходим. Вок, если есть СС, закастуй на Майлика. Ой, я ему срез есть, тебя. Он же сказал ему, рез ничего. Кулакан лучше всего. Фуму поднимите. Смотрите, может у кого-то собрать сейчас проверим. Всех. А, только Джекис упейте и мелкие сапроты выпей. Джекис, выпей нормальный сапрот. Че, смотрю, Гана убили? Нет. Алхимик то же самое. Ну, будет еще лучше, или у тебя не прокатит.
То есть ты фаску не изучал на острове? Там же когда фаску изучаешь рецепт, она круче становится. Изучал, изучал. Ну так выпей, будет еще меньше урона приходить. Поехали. Что тут по голоды? Зато проще будет ходить. Так. Ты готов? Бля, заебись. Блядь, ну не стойте тут на РДД. Без меня бьете, если что, сфера. Джекис, нажимай. Там, подожди, проводник, по-моему, под нами. На ком-то. Нет. А, это от сферы, значит. Нужны петь. Петя. Твою мать. Следующий сатрон. Не проводи. Нажимай, Сань. Нажал. Блять, Крастет, возможно, без этого. Даже тест умеет забивать лучше. Короче, подстрелить. Я собью. Не уверен, что он умеет. Жми, Вань. Все в порядке. Мавар и Джекис близко стоите. И лок, и войд близко стоите. Ваня, Петя, бежишь потом оттуда с той стороны, то он да, агрится непонятно. Все, забрал. Кислота. Сатсуна, нажми в него. Я в этом случае на макрос прожил. Боже. Я потыкаю, да? Тебе нужно будет так и скинуть, скажем. А, у меня зеленка. Улучшенная, потому что. Сейчас я все так прям скину. У меня просто шева есть, я могу замутить. Не-не-не, не парься, почему. Я вообще все стаки могу скинуть, потому что и по КД по 3 стака больше не раз не будет. Чобла. Thank you.
Офигеть. Фантикай. Буду сейчас быстро круг делать, потому что сейчас уже пропаду. К следующему. 3%. Последний. Лука насрал. Это что, Гера? Гречи. Разбегитесь. Вадим, я первый прожму. Руну приготовьтесь. Все, не бейте по боссу. Эту ближнюю закрою к боссу. Все, можете бить. Вадим, я под тебя сейчас купол поставлю. А нет, ты сейчас массок рун нажмешь. Ладно. Следующий купол на тебя ставлю. Если есть СС, закастуй на Мавара. Ой, на Мейлика. Уже. Стоп урон по боссу. Закрою ближнюю возле босса, самую ближнюю. 4. Вадим, закрою. Убеги. Прохил Джекиса. Потом только по боссу убейте. Все, нормально. Все, Вадим, дальше я под тебя подбегу, руну поставлю. Купол. Стоп урон по боссу. Стой под куполом, Вадим. Под закрывай одну. Прокил Джекиса Войда. Майлика прохильте. Стоп урон по боссу. Закрыли, я под боссом закрою. Вадим, убегай. Ты прохиляй, Мавара прохильте. Убивайте это дерьмо. Руны через 9. Блять, будет рискованно. Еще одни руны. Да, надо закрыть. Да. Лучше прозакройте. Закрыл. Все, убейте дерьмо. Посох. Дерьмо. Ага. Два. Мне, кстати, когда ноги вы... ноги не нужны, Вань. У меня есть себе Вань. Мейлик собираешь? Уже. У меня есть... Ну, разберитесь. Подождите, я сейчас спекну с танка. Сейчас пробежимся. Да, побежим до самого конца прям, ребят. Лок. Смотри, главное, не сдохни, от тебя зависит. И смотрите, закиньте... Бобы. Ой, не Бобы, а диван. По мне тоже можно диван дать, если что, я срез дам. Внутри лог, главное, не попади по пути. Так, это на бездействие поставить. Все, побежали. Давайте, я первый, меня подхиливаете немного. Так. Если на пол шишечки. Будем бежать до самого конца. До гнева ты имеешь в виду? Да. Прям возле гнева и реснемся. По стеночке здесь можно. Ладно, Вань, пошел уже, поздно. Буква Ю похую. Фиры, да, давайте там тоже. Сейчас беги, главное, ты, братан. Где он там бежит? Стан, да. Я немножко задержусь, Вань, беги вперед.
на всякий случай. А, чуть замедлили. Сейчас, у меня уже пока когда. Вот здесь уже будет стало. Не дальше, ребят. Дальше, 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 дальше. Дальше. Отцу надо будет твой диван давать. Любому. Да, потому что мой лик. Меня выкинуло почему-то. Так ничего что? Страшного. Мой лик. Лок закастуешь, если есть СС, можешь закастовать, если есть, опять же, закастуй на Тойо. Нету. Вот. Нету. Буквою. Похую. Вот после вот этих воров будем ложить. Не-не-не, запигаем прямо к этому, к гневу. А, ну это внутрь. Гнев. Там его. Там уложим. Возложили. Гриси лишний. Трэш. За агрессию. Эрон-дон-дон. Слипс убьет. Каяние. Сейчас заходите здесь и закидывайте. Да, кидаю повару, наверное. Заки. Да, повару закидывай. Просто все подойдите и сдохните. Жопой повернитесь. Время умирать. Опять. Опять это тоже хитрый. Ну, смотрите, умрите. Саша, вот это заточка. А, нормальная заточка. Что, на кого сейчас пойдете? На гневе. Сейчас это последний босс. Для меня, кстати, что, рано не будете бить? Ну, пока на гнев побежали. Давайте рано убьем. А если мы бы все бы на эти книги зашли, они бы тоже отводились? Да еще раз. Магия книжек, Петь. Конечно. Я книжку прочитал, они поняли, что я очень был дурный. И не стали меня убивать. Поставьте шкаф, мои лики затемоним. Вы можете выйти, тут я резнуть. Я почти сам добежал. Ага, прохильте меня, пожалуйста, прохильте. Больше хила, больше. Не-не-не, не надо, не надо, просто шкаф его лежит тут. Ну. А, понял. Ладно, ты думаешь. Я специально не забегал, сдох тут. А ты куда? А, у меня ножка, да. Да ножом хотел урезать. Резьте вы. Большими хилками, большими, не исповеди, а большие, именно, самые большие хилки. Что-то не выходит. А чего ж не выходит-то? Да, я вижу чего-то. Задиспелливаю просто. Не нужно почти ладно КПС проверять, да? Что-то тут не так. Ладно. Мне метки не надо, я за жопой просто. Ребята, мне надо уходить скоро, поэтому не будем время тратить. Да. Короче, метки надо расставлять, или встанете. Я за жопой постою. Я сразу говорю, я здесь не был. Саня, ты играешь на ночном эльфе, на тебя закидывается луч, если просто нажимаешь... Слиться с тенью. Хорошо. И просто идешь хилить босса, под лицо никто не заходит. Ты босса хилить? Просто... Смотри, кидается на тебя, если луч, просто бежишь вот такими веерками, лучи ни в коем случае не пересекаешь. Под лицо к боссу не заходит. Сосуны, вставай, плиз. Смотри, на тебя будет дуть луч, под тобой будет лужа. Как лужа прокнула, ты выбегаешь из нее, все. Раз в 5 секунд, по-моему, прокает лужа. Лучи не пересекаешь, с другими игроками не сталкиваешься, все. Рибафните Сасуне. Все, давай, Майли квадрат. Майли квадрат, Войд, череп, крест.
Эс, бухой будет. Давай, смотри. Луна Тойо, краш-тест, трусы, мавар ромб. Мавар ромб. Печенька, что там, кто остался, Джекис. И Сосуна звезда, если он так. Петя уйдет. Спасибо. Нет, на первой фазе ты дамажишь, если на тебя луч не повесился. Смотри, бухой, смотри, вот стоишь так, если на тебя луч, ты бежишь вперед. Если на тебя луча нет, ты отбегаешь назад, ты отбегаешь в босса, все. Все. Ладно. Надо гулять, а то у меня уже время снимает. Рандом на три цели. Может повезти, может нет, кроме танка. Войд, сейчас все готовы, иду пуляю босса. Мне просто с лучом надо будет в инвиз уйти, да и все. Сейчас да. Подготовка. Стоишь в метке до того момента, пока не повешаются лучи. Как лучи повешались, и на тебе нет луча. Вот только тогда ты идешь бить босса. Потом перебегаешь в другую херню. Каст лучей. Лучи. Смотри, бухой, делаешь то же самое, что и вар рядом с тобой. Только на дну. Не пересекаешь лучи. Могу с кого-то скинуть. Первое дыхание пошло, второе. Нажму зеленку. Нажал. Полностью весь урон за его идет. Следующее нажму незыбу. Нажал незыбу. Дальше нажму зону антимагии. Зона антимагии плюс тренинг. Нормально. Дальше зубы нужны будут, Саня, меня. Так все уже. Скажешь как? Сейчас уже вам еще одно дыхание. А, понял. Я забираю сзади или нет? Да, забираю. Да, забираем. Да похер, кто хочет забирать. Сейчас не бей. Сейчас не бьем, он щит, а отражающий висит на нем. Либо смотрим, 17 секунд. Давайте двух варов холепалом похитить. Окей. Okay. Сейчас как-то забираем. А это мир, блядь, пиздец. Давай, Петька, давай. О, вагоны. Одна секунда, поехали, Геру бьем. Бьете Геру. Что, красный луч нельзя? Вообще никто не пошел туда. Кто не приседал? Ну да, три тактических пошли на зеленый луч, а красный нахер не понял. Красный забирает ТД, если ты понял. Джекис, краш-тест. Львой или краш-тест. Я заберу мейбинок. Саня прохилит, надо будет сейчас. Да я прохилит сам. Мне да, где я стою? Отделей. Я же свисте. Не важно, главное не в куче. Хорошо. Лучи. Да, нами. Пошли. То же самое делаю. Нажал. Угу. Чё идите хилить? Вообще нормально такая фигня. Я могу с кого-то скинуть, если хотите. С Бухова скинь. Скинь с Бухова скинь. Только Бухой через лужу не беги. Дальше нажму зелёнку. Нажал. После зеленки незыба будет. Не забывайте, а там уже еще есть. Мы лучами рисовали хуй. Так что можешь попрактиковаться. Так, дальше закину зону антимагии. Че, да. Ты на красный пойдешь, да? Есть еще? Будет дыхание или все? Зубы будут. Могу отдать. Не, все. А. На красный, короче. Че, похилите двух варов? Лицо Бухой, иди с лица. Сейчас стоим, ждем. Петя, может быть? Герой Дженкинс! Минус один. Чекайся.
Да не, у нас скорость атаки низкая. Я еще свой план не реализовал, поэтому низкая скорость атаки. Что ты взял взять хоть себе? 1.4. 1.4. Петя мутик будет. Да я хочу в хостового фуривара, блядь. Прям пиздецка хочу. Хосты 750, там 900 собрать. Добро пожаловать в Т5. Не. Не без Т5. Т5 авиарусом будет грёбан. Ну, 700 это многовато, но... Да вообще хоста на фуриваре, ты понимаешь, такой. Куда он пошел? Ребят, смотрите аккуратно, он видите, нормально, пошёл. Нормально. Клеивайте. Развернул. Да, не ходите, скидывайте к Тамашу. Будет так стоять, ребят, боюсь его двигать. Нормально, шо ты? Я свой доскинул. Отдал зеленку. Дальше не зыба будет. Ну я в принципе сам тебя отсоюзу. Мне даже нравится, что он так стал. Да, классно далеко берет. Могу закинуть истерию кому-нибудь из лад. Давай, смысл. Можешь ликин. Будет еще? Нужен будет ПЦ. Или все уже? Нет, еще одно будет. Давай и зубы ссать. Подожди. Балашей, давай зубы ссать. Отдал. Зубы. Я маленько рановато отдал, но ладно. Войско есть. Кстати, да, войско мертвых снижает на 50% походящий по тебе урон, если что. Я этого не знал момента. А он снижает урон суммарно на уклонение и парирование сумму. Делаешь и получаешь. Все, я погнал доважить. Ну я это не знал, говорю, сейчас уже буду знать. Не, ну вот говорим тебе. Ну окей. Там прям на скеле написано это. Да нет, ну, не считал описание скеле. Как бы я тоже, черное сколько играю в эту игру, не совсем давно только узнал, что пронизывающий ветер на шамане снижает игру. Я просто ДКшником абсолютно никогда не играл. Вот что-то захотелось первый раз. Поэтому я скилл с толком не знал описание. Сейчас буду знать, что еще войско есть, окей? А, там в щите оно снижает. Ну хоть что-то не говнячее. О, а башня плечики возьму. О, мне не нужны плечи. Все, мне надо уходить. Мне надо уходить, Ваня, если хочешь. Ну и вы все ребята будут согласны потравить рано. Можно вместо меня ты потанешь. На лидера тебе. Что, давайте чек на продолжение рейда. Готов, не готов. Все, удачи всем. Давай. Ну, три чека не готово, так что на этом все. Это вообще босс-изельский вот этот. Стой. Это самый легкий. Спасибо.